Калязин готовится отметить 500-летие обретения мощей Макария Калязинского. Подготовлена насыщенная программа празднования. В город ожидается прибытие множества гостей и паломников. Поэтому в рамках всероссийской экологической акции «Вода России» и экологического марафона по уборке берегов реки Волги от накопившегося мусора состоялся субботник. Подобная акция проводится в Калязине не впервые. Ранее были очищены от мусора берега Волги и Жабни. В этом году участие в субботнике приняли сотрудники администрации Калязинского района, работники машиностроительного завода, студенты калязинских колледжей, члены общественных организаций, совета ветеранов и сотрудники филиала Угличского водохранилища. Участники мероприятия приводили в порядок места торжественных мероприятий. Убрали ветки и скопившийся мусор, очистили столбы от рекламных объявлений, подмели тротуары от лишнего песка. Темы последних двух лет праздника – это бой за загрязнение пластиком и бой за загрязнение воздуха. День окружающей среды – это возможность для каждого почувствовать себя частью единого целого, понять, что от действий любого человека зависит зеленое и цветущее будущее. Сейчас в Калязине в рамках подготовки к 500-летию обретения мощей Макария Калязинского проводится активная работа по благоустройству территории, ремонту дорог, подготовке концертных площадок, оформлению улиц города. Напомним, что основные торжества пройдут здесь 8 июня.